Вот к дополнению фотографии, которая взята с новостного сайта по поводу этого инцидента с бомбой, подложенной под российское консульство, я вот снимаю свое видео, вот посмотрите, вот перед вами это самое российское консульство. Вон там флаг России, вот забор, солидный охранник и так далее. Неплохо вообще они там рядом с Аркадией, очень неплохо. А вот посмотрите, а вот это наша гостиница, вот она. Вот она гостиница наша. То есть это действительно, мы просто рядом с ними находимся. Российская, вот это там отель «Гагарин». И еще раз покажу. Вот это вот российское консульство. Как видите, бомба была или не была как раз возле нас.